полуботинки Берти. Это настоящая находка. Я познакомилась с этими полуботинками вчера. Каково же было мое изумление, когда эти полуботиночки идеально вписались в мои параметры ноги. Для меня на самом деле обувь без застежки покупать очень сложно. Но здесь я увидела удивительное качество эко-кожи, потрясающую ширину, удобную подошву. Впрочем, внимание на экран. Сейчас мы познакомим вас с палитрой и качеством, которым будете радоваться и вы. Я уже в предвкушении. Вчера меня не было здесь, я не видела этих полуботиночек Берти, но это легенда. Мне о них уже сказали, предупредили, будут супер ботиночки. Я теперь понимаю, что имели в виду. Да, 1999 рублей. И давайте посмотрим, что у нас есть, какие расцветки. Ну что, Надюшенька, самое главное хочу сказать. Собралась палитра базовых цветов. И поэтому наши женщины могут выбрать один из трех цветов для себя. Можете выбрать два цвета, светлый и темный. И вы можете смело их сочетать с любым гардеробом. И сейчас мы это вам докажем. Черный классический цвет. Я уверена, что многие женщины, 80% нашего прекрасного населения, выбирают именно черный. Ну да. Что ж, серый цвет. Кстати, если вы видели на нашей Любе, она выбирала брюки, кардиган Марта, и Люба как раз выбрала серый цвет. Он смотрится нарядно. Да, они и светлые, и не марки. Вот это очень ценно. Давайте посмотрим. У нас есть еще тоже один из самых популярных цветов. Как он правильно называется? Темно-синий. Надюшенька, я сейчас, прежде чем начать рассказ про эту обувь, хочу, чтобы наши женщины еще раз взглянули на нашу Любу и обратили внимание на посадку полуботиночек Берти. Обратите внимание, что полуботинки без шнуровки, но они закрытые. Многие женщины предпочитают на лето легкую обувь. Именно эту легкость вы получите благодаря эко-коже. Эко-кожа от слова экологически чистой. Никаких химических ингредиентов в составе нет. Не нужно путать с дермантиновой кожей, где есть химический состав. Сразу хочу сказать, наши полуботинки Берти идеально садятся по ноге. Но есть одно но. Если ножки сильно отекают, и у вас сильно высокий подъем, выберите на размер больше. Тогда вы будете чувствовать себя намного комфортнее. Ну да, мы ведь берем их ради комфорта. Но посмотрите, еще никогда комфортная обувь не была такой красивой и эффектной, и такой необычной. Я даже скажу, Света, что это хай-фэшн. Ну, то есть высокая мода. Давайте посмотрим более внимательно. Напомню, цена 1999 рублей, скидка 1400. Это вот такое предложение. Надюшенька, а сейчас ты будешь еще приятно удивлена. Давайте посмотрим на стельку. Кстати, эта стелька вынимается. Вы можете ее вставлять в любую вашу любимую обувь. Так. Но я хочу сейчас, Надя, продемонстрировать главный эффект. Массажный. Вы видите эти пупырышки? Они слегка прорезиненные. Ну, ты представляешь, я знаю, Надя знает в этом толк, потому что Надежда только недавно подбирала для себя ортопедическую стельку. Сколько ты за нее отдала? 5000. Вот так вот, не пугайтесь. Это не только такие цены в Москве. Это на самом деле ортопедическая специализированная обувь стоит просто очень дорого. Но здесь мы радуем вас ортопедической стелькой, которая позволит идеально чувствовать ваши ножки, особенно летом. Ну, просто как мне врач объяснял, и я сама это прекрасно понимаю, все здоровье идет все-таки от ног. Как ваша стопа находится в обуви, как вы ходите, от этого зависит, будут ли болеть колени, от этого будет зависеть, как ваш позвоночник будет себя чувствовать. А позвоночник – это центр всего организма, от него расходятся нервы по всем системам. То есть получается, что от качественной обуви напрямую зависит ваше здоровье. Ну как приятно! Ортопедическая обувь бывает некрасивая, невзрачная, такая, как крокодильчики. Знаете, ну как приятно, когда есть вот такая суперэффектная, потрясающая обувь, еще и с ортопедической основой. Начните знакомство с нашим телеканалом с правильной покупки. Мне за полуботинки Берти ни капельку не стыдно. Я просто хочу держать их в руках снова и снова. И вы порадуетесь, когда распечатаете свою посылку с ботинками Берти. А я бы даже хочу сказать, что твои ножки были бы рады, если бы ты сейчас надела на свои ножки именно такую потрясающую обувь. Надя носит половинчатый размер, поэтому, Надюша, я тебе рекомендую выбрать не 39-й, у Нади 39,5, Надюша, 40-й. 40-й, и еще раз напоминаю, если у вас ножки слишком отекают, если у вас половинчатый размер или слишком высокий подъем, выберите наши полуботиночки Берти на размер больше. А сейчас, Наденька, пока ты рассказывала о красоте наших полуботинок, я провожу эксперимент. Одновременно мы проверяем термопластичную резиновую подошву, я расскажу о ее преимуществах, ну и еще восстанавливающий эффект
эко-кожи. Если вы заметили, еще раз повторю, по всему периметру перфорированная эко-кожа. А это значит, ваши ножки летом будут дышать. Мы видим с вами оригинальную стежку по всему периметру. Это и эстетическая красота, и соединение с основой и подошвой. Так, Света, скажи, юбку могу носить с этими бодиками? Можешь, можешь. Все, это самое главное, потому что для меня важно, чтобы обувь не была слишком спортивной. Брюки, понятно, иногда хочется юбку по весне надеть. Итак, полуботинки Берти, это ваш выбор сегодня. Три незабываемых, самых популярных цвета. Вот спросите любого человека, какие цвета самые популярные. Вам каждый скажет: черный, серый и синий. Ну что ж, моя дорогая, вот обратите внимание на нашу Любу. Люба носит 39 размер. Складывается ощущение, что Люба надела на себя потрясающие кожаные носочки. Да, да, так они обнимают ножку. А вот меня, Надя, всегда интересует вопрос пятки и большого пальца на ноге. Правильно. Потому что у меня зона пятки всегда страдает. И вот сейчас я хотела бы вас пригласить ознакомиться с нашей пяточкой. Во-первых, сразу хочу сказать, она безумно мягкая. Вы можете даже не замечать эти полуботиночки на своей ноге. Мне очень нравится эта подушечка в зоне пяточки, которая будет вас смягчать. И еще один огромный плюс. Еще раз вспоминаем восстанавливающий эффект эко-кожи. Нигде ни одного залома. Обращаем ваше внимание также на то, что эко-кожа подстраивается под ваши параметры. Она эластична. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, закруглю зеленый мысочек – это гарантия того, что ваши пальчики не будут тереться друг от друга, а будут свободно дышать. Ну что ж, стелька, не забывайте, ортопедическая – это что-то. Это непередаваемые приятные ощущения, когда вы попадаете внутрь полуботинок Берти своей ножкой. И хочется носить даже без носочка, потому что тактильные ощущения – это приятно. 1999 рублей – это цена премьеры. 1400 рублей – это скидка. Друзья, вы смотрите, как поднимается настроение. Вот пусть, я желаю всем, кто сейчас приобретет ботиночки Берти, не испытывать такого чувства, когда приходишь с работы, снимаешь туфли. И ноги отваливаются. Да, вот. Я хочу, чтобы ваши ножки сказали вам спасибо. Ну что ж, Наденька, еще раз напоминаем палитру, самую комфортную и удобную, чтобы не ломать голову, что с чем сочетать. Серый цвет мега популярен. Черный цвет занимает лидирующие позиции в гардеробе женщины. Ну и, конечно же, синий цвет. Кстати, синий цвет называют морским стилем. Ваши ножки будут дышать. Не только правильно располагаться, но еще и дышать в этой обуви. Надюша, сразу хочу добавить, выбирая эко-кожу, наши женщины на самом деле могут легко ее стирать в стиральной машинке. О. Да, ты знаешь, что эко-кожа, именно прорезиненная эко-кожа, легко чистится, легко стирается. Даже если вы где-то подсадили пятно, не беда. Эко-кожа – практичный материал.